Успей. Не волнуйся. Успеем, Лизка. Пап, быстрее, ну не сбудется. Дай сюда. Сейчас, подожди. Ну да, я просила тебя купить зажигалку. Ну что ты не просила, Надь? Мне на диктофон записывать. Ну что ты делаешь, Надь? Ну. Давайте, зажигайте, а то не успеем. Давай. Ну. Тюлень. Научное название – Буса сибирика. Эндемик озера Байкал. А что это такое эндемик? Пойдем. Это адмирал Колчак, руководитель белого движения во время гражданской войны. Такие вещи нужно знать. Все-таки ты мой родственник. А у него мороженое. Мороженое изображает золото Колчака. Это клад. Я думаю, он на дне Байкала. А почему никто не находит? Потому что призрак Колчака не хочет этого. Привидение. А папа сегодня вернется? Осторожно. Там подарки детям. Можно что-нибудь поубедительнее надеть? Ваш комфорт является приоритетом нашей авиакомпании. Нет, нельзя. С Новым годом. И Рождеством Христовым. 1642. 1638. Здорово, ну я не сумасшедший. 1642. 1638. Сейчас загружается, и сейчас вот ты увидишь. Так. И? Так. Итак, внимание. Глубина Байкала составляет 1642. Врет. Ну как врет? Ну что ты? Интернет врет. Ну ладно. Набери, скажем, Рост Дениса Мацуева. Это смешно. Рост Дениса Мацуева. Хорошо. 186 сантиметров. Ну, посмотри. Ты считаешь, что это 186 сантиметров? Это 2 метра. 10 сантиметров. Опять врет. Все врет. Москва, Иркутск. Просим пассажиров пройти. Земляк. Да. Давай за Иркутск, за Байкал, за наших сибирячек, за иркутяна. Обязательно. Не забывай, пожалуйста, что глубина Байкала 1742. 642. Все, поехали. Всем спасибо, репетиция окончена. Мальчик, не трогай контрабас. Я больше не буду ронять контрабас на тебя. Прости, бабушка. Лизонька? Моншер, угощайтесь. Спасибо. Что тебе подарили? Прошу. Покажи. Прекрасное угощение для прекрасной.
Там. А мы с алкоголем? Да, с ликерчиком. Чуть-чуть ликерчика. Я просто не пью. Болит? Нет, я никогда не пила, не пробовала даже. Извините, ладно? А. Что? Извините. Понял? Все тромбонисты бабуины. Но ты тоже хороша. Я не пью. Нет, это, конечно, хорошо, но не надо это всем рассказывать. Сказала бы я за рулем. Я и так за рулем. Ну вот видишь. Ты отпусти ситуацию. Отпусти. Я тебя очень хорошо знаю. Я понимаю, что ты уже 100 раз все прокрутила в голове. Кто что скажет, что ответит, кто что подумает. Не надо. Это никогда не помогает. Никогда, никогда. Все равно будет так, как будет. Вот просто хорошо выгляди, и все. Мужчинам это нравится. Да что ж такое-то? Да нет, вроде все нормально. Ой, тормоза. Я же говорил, Ава. Лиз, дойди до дяди Коли и попроси, чтобы он посмотрел нашу машину. Андрюшенька, ты только на празднике или как? На празднике детей повидать и обратно. Сынок, ты выпил? Ну, мне 41 год, я выпил самолет. Я боялся. Я понимаю, Андрюша, что ты год как не видел Надю, не было в родном городе. Мам, я боялся лететь. Турбулентность. Ладно, поеду я. Ну, подожди, отчаян. Андрюша, выпей чай. Тороплюсь, ехать долго. Ты всегда торопишься. Ну, езжай, езжай. Я, может, 3-го приеду перед отъездом. Да. А зачем ковер? Новая квартира, ремонт. Еще стенку Байкал притащили с собой. На, зачем? Ну, Андрюша, хороший же ковер. И стенка. Ты знаешь, она сколько в свое время стоила? Можно еще конфеты? Ты сердишься на нас? В смысле? Ну, взял нам, старикам, квартиру, а кредиты сейчас. Как ты собираешься выплачивать? Мам, ничего не сержусь. Все нормально. Просто я устал. Ой, Нина. Мамочка, дети, заходите. Ой, Алёш, привет. Ты когда прилетел? Да, сегодня. Ой, подержи, Коля, как тяжело. Привет, племянники. Чё ты похудел? Какая клёвая. А твои здесь? Нет, пап, привет. Я в этом году с Надей, с мамой. Что, совсем все? Понятно. Слушай, ладно, я побегу. Я так устала. Мы поедем к родственникам в Либерию. Моя Полечка, моя дорогая, буду скучать по тебе. Дай поцелуй домой, девочку поцелую. Привет, передай всем Наталу. Идиот. А тетя Нина ругается, а дядя Андрей идиот. Идиот. Мам, с этим нужно что-нибудь сделать? Я не знаю. Корова. И свиньи, фаршированные коровы. Ой, фаршированные коровы. Мам, ты из-за машины расстроилась? Нет, Лиза. Ну, подумаешь, забор врезалась. Бывает. Лиза, это не я врезалась, это тормоза у машины не работают. Помоги ладно, мне лучше. Ладно. Папе про машину ни слова. Я худая, независимая, не ломаю машины. Дядя Коль все починит. Давай я лягу, может, попроще будет. Я буду вот так стягивать, а ты вверх застегивай. Еще. Да? Алло, это Андрей Кайгородов из аэропорта по поводу чемодана. Да. Ваш чемодан потеряли. Мы обязательно найдем его 10 января. Когда? Ты что, с ума сошел, что ли? Там подарки детям. Я что детям скажу? Новый год 10 января? Алло. Козлы, да? Мне 3-го обратно в 4 утра. С Аркуна в аэропорт подбросите за те же деньги, хорошо? 4 утра. Запомнил. Утло начали на пирес, там и голову кос.
Нет, я не командирую, я наоборот к жене. Просто живем не вместе. Я в Москве, она здесь, я к ней на дачу еду. Как скажешь. Нет, правда, у меня кроме жены никого не было. Честно? Как скажешь, дорогой, как скажешь. Не правда. О, видел? Тоже сыну подарок купил. Трансформер супергерой. Ты открой. Любят они этих трансформеров. Да уж. Там смотри, голову повернешь, трансформер злой. Потом опять повернешь, веселый. Только там эта кнопка надо нажать. А то сломается. Да, я вижу кнопку. Круто. Сам не нарадуюсь. А это рыбзавод. Заброшенный, правда. Я когда-то здесь практику проходил студентом. Спасибо. С наступающим. Зачем так много? И с Рождеством Христовым. Спасибо. Спасибо. Подожди. Сейчас. Кизиловое варенье с грецким орехом. О, спасибо. А джига, тетя Цицо, очень острая. Я знаю, что такое джига. Нет, ты не знаешь. Это совсем острая. Вот нужна и капельку. Мадлоб геноцвале. О, харафлюс геноцвале. Счастливо. Аба, тебе тоже. И это, хорошо провести время. С женой. О, ладно. Счастливо. Давай. С Богом. Ночью принесет. Папочка. Так ведь? Нет, папа, это совсем другое. Когда кто-то приехал, подарки. Подарки. А подарки в чемодане, подарки. А чемодан потеряли в аэропорту. Что, а? Подарков не будет. Подарки потерялись. Да, папа? Тихо. Митя, тихо. Я пошутил. Сейчас все будет. Сначала Лизе. А тебе, Лиза, я выбирал подарок долго, очень долго. Я выбирал подарок тебе долго. И, наконец-то, выбрал. Вот. Папа, это ж самый крутой, я такое хотела. Спасибо, пап. Мне тоже такой надо. Мне тоже. Нет, не надо. Пап. А? Так, Митя, сынули моему родному. Так, Митя у нас особый мальчик. Особый мальчик, поэтому и подарок должен быть особый. Так, я
тоже долго выбирал, выбирал. А что это? Вау. Действительно, что? А это... костюм супергероя. Ты необычный герой. Ни у кого такого нет. Вот. Это... приборы для бесшумной ходьбы. Ну-ка, садись. Садись. Снимай тапочки. Так. Так, раз. Так, вот. Это чтобы не скользить. Давай, ну-ка, тихо. Бесшумно ступай. Только тихо. Вот. А? Работает? А это маска супергероя. Вот. Папа, обычно у супергероев вот тут вот дырки для глаз, а вот здесь вот все в маске. Как он будет передвигаться? А это человек-рентген. Супергерой. Он видит сквозь стены. А вот это оружие человека-рентгена. Вот. А это мне. Маме, человека-рентгена. Мама человека-рентгена. Томограф. Голову оторву, скотина. Телефон потерял, чемодан потерял, игрушку сломал. Ну вот что ты за человек, а? Я ему чего их оставил? Опять-таки игрушка. А где он сейчас будет подарок покупать ребенку? Все магазины закрыты. Он что, деньги должен ребенку подарить? Хороший подарок. Да? Ну зачем ты сейчас вот... Я молчу. Молчу. Вот чай наливаю. Вот я только пришел, 2 минуты назад зашел. Мне трудный день, трудный месяц. Вообще трудно. И давай хоть... Ну, давай. Что? Рассказывай. Да я уже рассказал. Чемодан потеряли, потом к родителям заехал. Зачем ты приехал? Не на Новый год же. Мои варианты. Развод. Ну и там при разводе, значит, раз здесь с тобой, то квартира тебе. Дача и так твоя. Ну, в смысле, твоих родителей. Машина тоже тебе. Вот. Все. 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 Хорошо. 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 Ладно, хорошо. Ну, такую объемную информацию могли и по телефону обсудить. Ну, ты же сама просила, чтобы я приехала и обсудили. Я? Ты? Серьезно? Ну, а кто? А кто мне полгода звонил и говорил, давай я приеду, обсудим условия развода, давай я приеду, обсудим условия развода. Это я просил. Ты нашел, видимо, себе кого-то в Москве? Вот тебе понадобился официальный развод. Да никого не... Да даже если бы нашел, твое какое дело? Ты вон тоже кольцо не носишь. Я был бы даже не против, если бы ты кого-нибудь взяла. Я и так. Кого? Тромбониста. Тромбониста? Да, мама в театре познакомила. Тормонист, это который... Угу. Ну, как он? Хороший, молодой. Но уже концертмейстер. Тромбон у него не такой, как у всех. Золотой. Конфеты мне подарил. А, конфеты. Ну, рад за тебя. Конфеты от золотого тромбона. Ну, у меня тоже не так, как у всех. Коренная москвичка.
Здорово. Видимо, долго искал. Да как? Ну, не очень долго. Ну что, тогда давай я помогу что-нибудь, раз мы все обсудили. Приготовить? Помоги. Баран. Что? Баран маринуется, а ты гуся нафаршируй. Нитку возьми, за шею в печь. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, хорошо. Гусь. Там. Алло. Алло, это из аэропорта. Чемодан прибыл. Забирать будете? Чемодан? Чемодан. Это Кайгородов Андрей? Андрей из аэропорта? Ну да. Из аэропорта. Нет, нет, я его брат. Какой еще брат? Меня зовут Гига. Гига Кайгородов. Без разницы, чемодан кто заберет? Я заберу, я... Он напился и заснул, расстроенный очень был, все время чачу пил и говорил, как я без чемодана, где мой чемодан, где взять Гига? В аэропорту, до 9. Еду. Да. Надя, это к тебе, наверное. Надь! Андрюха! Коля! Андрюха! Ну как, белокаменная стоит там? Че, смолились на тебя, что ли? Эй, это финансовый кризис называется. Не понял. Электриком много не заработаешь, шаманом заработаешь. Туристов много, шаманов мало. И много бум-бум, обряд сделал, все, все довольны. Какой обряд? Ну, как бы обряд, что все хорошо было. А я же еще и воду Байкала продаю. Че продавать вон она? Отар, а? Про тару все забывай. А у меня дома банка склянка навалом. Бери, продаю. Тара, тара, Коля, что такой пьяный-то? Нервы. Че, по бухане? Не-не-не, Коля, я не буду, я не хочу. О, Надюш. Я че, зачем приходил? Насчет машины. Сама разберусь. Зачем я приходил? Зачем же я приходил? А зачем я приходил? И зачем? Ну. Получается, незачем. Пойду. Вечером вернусь. До вечера, Коль. Смешной какой. Что с машиной, Нет? Все в порядке. Ага. Это опять Джимми. Это... Да-да. Это... Розумир. 43. Сейчас. Марина! Ау! У Сашки какой размер? У Сашки 44. Ну чего? Пальчик потянет. О, нормально. Так. Марин! Ну? Ну-ка, посмотри. Как? Маловато. Знаю, маловато, маловато. Маловат, маловат. Он уже был маловат. А сейчас? А? Брат Пит. А. Дима, иди сюда, иди. Ах, Дима, я тебе отдам секцию. В какую? В какую?
там, где худеют. Вот, это тебе. Гранат давишь? Угу. Ты хочешь сок? Хочу сок. Пожалуйста, аккуратнее, сейчас лопнет. Надь, ничего не лопнется. А? Ты можешь это делать над раком? Надь, ну успокойся, ничего. Ты сейчас все испачкаешь. Не раздражайся, что ты нервничаешь? Все хорошо, Новый год. Платье на тебе красивое. 100 лет тебе платье не видел. Выглядишь хорошо. По скайпу полнее казался. Мы с Новый год не виделись, а ты... Я виноват, что у меня... Чемодан не прилетел. Да? А я вот убеждена, что у всех прилетело, а у тебя не прилетело. Не трогай. Перестань. А то сядем и все поедим. Покойнее. Покойнее ее. Аккуратнее, сейчас лопнет. Не лопнет. Видишь, не лопнет. Ты гуся зашил? А надо было? Я же тебе сказала, возьми нитку и зашей. Ты ничего не говорила, Надя. Ну как не говорила? Я на этом месте сидела и говорила, возьми нитку и зашей. Идиот такой, да? Ты, наверное, хотела сказать, я не сказала. Ну, конечно, я на диктофон буду записывать. Целый год вонять будет. Надь. Что? У тебя платье тоже. Что тоже? Как гусь. Лопнула. Извини, Надь. Извини. Надь, это не пюре. Это тетя Цицу. Надь, ты что делаешь? Это виски, Надь. Сколько знаю, ты же ни разу не пила. А что теперь будет? Я не знаю. Папа, я тебя угощаю. Спасибо, родная, спасибо. Твою мать. Митя, ты же совсем не любишь лук. Прости меня, милый мальчик. Милый мальчик? Пап, она что? Да, Лиза, мы выпили. И знаешь что? Ты должна попробовать. Надь. Нет уж. Катись по социальной лестнице вниз одна. Что-то у нас Лиза невеселая. Так веселее. Митя, я что-то... А я Краб. Привет, Крол. Привет, Осётр.
Так. Краб, ты идешь спать. Я не устала, я еще посижу. 12 часов. Марш в постель. А целоваться? Ты мой хороший. Спокойной ночи, Митя. Ты мой хороший. Спокойной ночи, папа. А ты завтра будешь? Буду. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, осетр. Мне плохо. Пройдет, Майя. Мне очень плохо. Мне с тобой так плохо. Не со мной. С вискарем тебе плохо. Пойдем на воздух. Не трогай. Да. Я не хочу. Пойдем. Я не трогай меня. Пойдем. Не трогай. Надя. Надя. Пойдем. Пойдем. Давай. Так, так. Ой. Сейчас, шапку надень. Прическа. Я готовлюсь. На. Давай, только надевай. Спасибо. Млечный путь. Как я тебя спать нанесет, фу. Ты как? Надень шапку, простудишься. Давай, давай, надевай. Как ты? Прошло. Ну и хорошо. А в жизни все проходит, только дети остаются. С наступающим Новым годом! Куда тебя несет? Кононова! Че, опять Кононова, да? Не будь занудой, к огородам! Пойдем зажжем! Обурханин! Шаман! Андрюха, как же я рад, что ты приехал! А тут не с кем поговорить-то! А Андрюха, у меня ж для тебя такой подарок есть! Целый год искал! Чучело белки опять, что ли? Нет, не белки. Андрюх, ну раз такое дело, прошу, наверное. Ты с Надюхой как бы все? А то ж я ж как бы одинок. И вот адмирала Колчака привели на расстрел. Но по правилам, самый старший по званию должен был отдать приказ о расстреле. Тогда он стал сам командовать своим расстрелом. На него навели ружья, и он крикнул: «Пли!» В Африку. В Африку, 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 в Африку.
чайник же электрический. Электричество сломалось. Ну да. Странный этот Дед Мороз. Почему? Хорошим подарком зачем-то джинсы и зубную щетку. Всегда он сам что-то придумывает. Он заботливый просто. А ты что, нежничаешь? Папа, я тебя приглашаю искать клад. Угу. Настоящий. Только это секрет ото всех. Хорошо. А я, между прочим, могу папин телефон рассказать. Вот так вот. А ну давай. 890-968-366-34. Умничка какой. Ты ясно выучила, если потеряется. Угу. Ты доел? А теперь, Митенька, иди. Иди, иди. Возьми Лео, поиграй. У меня серьезный разговор к твоему отцу. Так. Возьми Лео, а потом уже самосвал, а то не донесешь. Чего? Ты употребляешь наркотики. Кто-нибудь еще знает? Ты понимаешь, как это серьезно все? Сядь. Сядь, сядь, сядь. Я тебе не все рассказал. Мне не удалось найти работу в Москве. Зато я познакомился с одним человеком. Его зовут Пабло. Пабло Эскобар. Он предложил мне работу в Колумбии. И я согласился. Мы отправились с ним в Колумбию. Это был долгий перелет. Мы нелегально пересекли границу. Потом меня привезли к нему на фазенду. Вооруженная охрана, сторожевые собаки, эти бешеные овчарки. В общем, очень мрачное место. Потом Пабло пригласил меня к себе в кабинет и сказал... Знаешь, что мне сказал? Arrivederci, muchas gracias! Папа, дурак, что ты мне врешь? А ты тоже. Что ты папу сразу в наркоман записал? Это протеин. Его размешивают с молоком и пьют. Для роста мышц. Банановый, понюхай. Давай, не бойся. Понюхай, понюхай. Ну, банановый. Вроде банан. Вот. Ванильный вкуснее, но он в чемодане остался. Мы же все время хотели поехать в Сухуми. Вот. Повод. Надо звонить в полицию. Не, слушай, приедут, спросят, откуда наркотики? Я скажу. Из чемодана. Они откуда чемодан? Украл. Сразу бросят в тюрьму. А там уничтожат физически. Давай все смоем в унитаз. Нет, слушай, приедут эти бандиты, спросят их этот главный, этот Андрей. Спросят, где наркотики? Я скажу, не знаю. Обидятся, огорчатся, уничтожат физически. А если я верну чемодан? Ну, как будто ты вообще ничего не знаешь. Давай собирать этот чемодан. У меня тогда еще один тебе вопрос. Лизика, ну давай вот это вот все пыточное оставим на потом. Я сейчас должен съездить в аптеку за аспирином. Твоей маме сегодня жизненно необходим аспирин и кофе, понимаешь? Ну, последний. Ну, давай, хорошо. Да. Помнишь, ты рассказывал, когда ты маме предложение делал, вы смотрели на Млечный путь? Был такое. Он на чердаке. Я его сам сделал. Ну, в смысле, это не настоящий Млечный путь, не тот, который на небе. Это такой прибор, ну, как бы, ну, короче говоря, когда стемнеет, ты мне напомни, я тебе покажу, хорошо? Не хочется никуда ехать, но надо. А когда ты улетаешь? Понимаешь, я очень соскучилась. Послезавтра.
Чего ты клуб меняешь? Лизонька. Лиза. Лиза. Блин. Господи. Друг Сергей Иосифович Ломоносов. Что? Это вчера дядя Коля притащил папе в подарок, а ты отобрала и сказала, что это твой новый лучший друг Сергей Иосифович Ломоносов. Что-то мне нехорошо. Я, может, что-то съела вчера. Мам, ты не съела. Ты выпила. У тебя похмелье. Я? Ну да. Папа так и сказал. На маму сердиться не надо. Просто снимите ее на мобильный телефон и выложите на YouTube. Выложила? Да нет. Тут же связи нет. Ночью еще электричество вырубило. И компьютеры не работают. И вообще ничего не работает. Ладно, я пошла. Папа поехал за кофе и в аптеку. Для тебя. На чем поехал? На машине. Там же тормоза не работают. Я ему не сказала. Лиза, ну что ты меня не разбудила? Я... Лиза! Убила собственного мужа. Ах, Марина, я не помню, эти штаны под пиджаком лежали, над пиджаком лежали. Кажется, под родным. Нет, ну все равно не похоже. Как я ему чемодан верну? Он все догадается. И вообще, кто тебя просил трусы выбросить? А кто? Кто ты? Я просил. Да? Что ты мне говоришь? А я бы их носил бы. Дима их бы носил бы. Потом, когда подрос. На, и в свои положи. Что, я это уже положил? Похоже? Нет, не похоже. Давай, доставай все заново, забирай. Ты наркотики положил? Ах, ну что ты мне говоришь? Я трусы не забуду, а наркотики забуду, да? О, Дима, ты все сделал? Я тебе говорю, сынок, ты все сделал! Слушай, не рычи на ребенка. И потом не надо так громко говорить про наркотики. Не говорю громко. Коля, ты что здесь делаешь? О, Андрюха, друг, ты куда? Тормози, Андрюха. Я не могу, машина сломалась. Не тормози. Началось. Андрюха, прости меня, Андрюха. Прости. За что? Андрюха, это все из-за меня. Из-за меня духи гневаются. Я на эту работу устроился. Андрюха, поистину, азов. Денег прилюбодеял, Андрюха, ибо их мало было, дабы было много. Прости, Господи! Что ты несешь? Андрюха, это шаман, он настоящий шаман, он тут обитает. Он тебя проклял за то, что ты мой друг, что Андрюха. Что ты говоришь? Я тебя спасу. Бурхай!
Надь, не надо! Я все сделаю! На, держи! Я тебя остановлю! Уйди оттуда! Я упрусь! Уйди оттуда! Ничего я сделаю! От колеса попадешь! Уйди оттуда! Да! Коля! Коля! Да! Закрой капот, я не вижу ничего! Тебе что-то не Коля! Вертится! Торчит, болтается! Закрой капот, говорю! Да что ж такое-то, а? На, пробуй! Пробуй! Я не вижу ничего, закрой капот! Пробуй! Ты побурханил? Я за рулем, какой бурханить, Коля? Тогда я за рулем. Сейчас! Уйди, уйди оттуда, уйди! Уйди оттуда! Уйди! Тара! Пробуй! Что ж такое-то, а? Коля, уйди, пробуй, уйди оттуда, уйди оттуда! Чё? Нет! Чё ты сделал? У меня... Еще хуже стало, у меня руль не вертится. Я сейчас все сделаю. Ты что там? Руль не крутится. Ничего. Ты руль не крутится, что ты там? Ты что там нажал? Интересно, а? А не беспокойся. Обрывь-то с другой стороны, Андрюха. А? Что? А, нет, точно. Точно с другой стороны. Не бойся, Андрюха. Не бойся. Обрывь с другой стороны. Идиот. Так, Дима, сейчас мы быстренько выходим, спускаемся вниз и садимся в машину. У папы очень важные дела. Ты же хочешь с папой поездить, да? Мы общаемся. Так, я тебе для этого Андрея печенье положила. Так, Дима, ты почему одет? Ты куда ребенка потащил? Ты же говоришь, жалуйся, что мы никуда не ездим, а сейчас поездим. Нет, ну, в цирк, в кино, но не к бандитам же. Тихо! Слушай, с ребенком никто не тронет. Ты мне смотри, какое лицо. Так, печенье, ну-ка иди сюда, красавец мой. Иди сюда. Подожди. Так, подожди. Никто не станет бить человека, который пришел с печеньем. Печенье, печенье. Печенье. Вот это твое печенье. Бежи, 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 бежи. Ты скотина. Ариночка, ты не сердишься, да? Ну что ты? Ваня, ты жив, Дима? Быстро! Ну-ка, стоять, Ваня! Есть кто-нибудь? Мой муж бывший, ну еще нет. Андрей, мы на Лесной живем. Он разбился на машине, упал с утеса. Это еще не точно, но может быть, я должна его найти. У меня машины нет, а у вас есть, может быть, я непонятно говорю. Надя. Уважаемый, я здесь никого не знаю. Колю знаю, но его нет. А вас не знаю, но, может, поможете. Нет, 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 я не пью, я ведь только вчера... Так нечестно. Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица. Пора. Открой. А нынче посмотри в окно. Играем дурака. Тащи деньги. Отвернись. Это что, все? Ну да. Но скоро я буду богачом. Мы с папой пойдем искать клад. Колчака. На Байкал. Никто с тобой никуда не пойдет. Все ушли. Навсегда. Вот. Тут мне нужна твоя помощь. Ты хочешь, чтобы папа дома остался? У меня есть план. Поэтому ты должен сам себя развлечь и не мешать мне, пока я ищу одну вещь, которую пока не знаю, как она выглядит. Хорошо. Ты ищешь одну вещь, а я уже сам все придумал. Что ты придумал? Я же сказал, клад. Мы с папой найдем клад. У нас будет много денег. И папа не будет работать в Москве, а будет сидеть дома. Какой ты молодец. Возьми карту. Андрюша!
Так, пробуем. Еще раз. Ну что? Мы все замерзли. Поехали домой. Здесь холодно. Дети, папа обещал устроить елку на льду Байкала. И папа елку устроит! Внимание! Отпускаем! Ой. Так, ну? Что я говорил? Здравствуйте. 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 Сейчас сюда приедет автомобиль. И я хотел бы вам предложить, чтоб все вы расступились на его пути. Заранее вас благодарю. С Новым годом вас! С Рождеством Христовым! Извините, простите, с Новым годом. С наступающим. Молодец. Спасибо, мужик. Ура! Ура! С Новым годом. Мы поедем домой! С Новым годом! А чё музыка заиграла? Ты машину закрыл? Так сегодня 1 января, нет никого. Это людей нет. А кабаны есть? Кабан мог в машину залезть. Ага. И копытом магнитолу переключить. А этого мы не знаем. Но мог прийти на запах урины. Я когда с ангиной лежал, смотрел телеканал про животных. Всю неделю программа про кабанов. След кабана. А африканские и сибирские кабаны – самые опасные животные. У них, когда еда кончается, они могут напасть на оленя. Убивают и едят. Слушай, тяжело у тебя ангина проходила. Мама. В смысле где? Она сказала, что что-то с машиной случилось и пошла тебя искать. Я видео скачал. Не про кабанов случайно? Ты меня уже достал своими кабанами. Зря ты так. Здесь кабанов полно. Нападение на человека. Да я тебе такое же сниму, выйду ночью во двор с своим же телефоном, буду рукой махать, хрюкать. Нападение на человека. Кабаны. Простите. Вы здесь мужчину не видели? Такого. Я жену потерял. Ее нет ни у кого. Помогите. Просто у меня моя машина сломалась. Да как же мы это... Что? Заболели мы. Я же болею. Ага. Эп-деп. Выздоравливайте. Байерте. С Новым годом и с Рождеством Христом наступающим. Да нет. Не сейчас. О, я вижу, ты тоже болеешь. Коль, помощь нужна. Коль! Коль! Понятно, ты уже мой друг. А шаманы не болеют. Я бы рассмотрел эту версию. Я тебе говорю, тебе это прекрасный человек. Слава триумфаторам! Красавчики! Это красавчики! А где наш Карл Маркс? Того. Не, я бороду брить не буду. Вы мясников привезли? Господа, прошу минуточку внимания. У нас гость. Да. Надежда Анатольевна. Она
немножко заблудилась, да, и замерзла. Давайте. Так что прошу не обижать, кормить и отогревать. Артур, давай стол поставим. Нет, 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 нет. Садитесь, садитесь. Не стесняйтесь. Стёпа! Стёпа! Надя! 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 Как давно она ушла? Пару часов. Я понял, что недавно, просто она в таком состоянии, холодно. А у вас, может быть, есть какая-нибудь фотография там? На телефоне, может быть, что-то? На телефоне есть, телефона нет. А, нет, а, нет, сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Нет, может, покажете? А, да. Видите, ну и тут не очень хорошо. Тут совсем не видно. Ну ладно, да, я понял. Женщина бродит одна. Не перепутаю. Я выполнил все ваши задания, господин полицейский. Тогда мы, наверное, поскачем. А то нам еще джунгли зовут. Не надо, Коля. Коля. Иди-ка сюда. Не надо. Ну. Не надо, товарищ, не надо. Ну, надо. Не надо, Коля. Ну и что? Сломал? Да он что-то... Холод собачий. Думаю, нет, господин полицейский. Просто я трезв. Я-то вижу, что нет. Просто усталый. Без этого я как-то не могу. Ну, ладно, езжайте. Спасибо. Спасибо. Только осторожно. Ага. Гололед. Пойдем. Какой же вы человек-то хороший. Коля, пойдем. Давай. Побольше, 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 побольше. Вот так. Все, проверяй. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Пошла. Давай, мать. Коньяка же много. Нормально, она же замерзла. Пожалуйста, кофе. Спасибо. Пейте, согрейтесь сразу. Саша. Какой вкусный кофе. Вы студенты, да? Да. Правда, очень вкусный. Никогда такой не пробовала. А где вы учитесь? На юрфаке. О, это вы зря. Дипломная работа «Развитие абсолютизма в России 18 века». Научный руководитель Романюк ЛК. Так вы наша. То-то я смотрю. Эй, тихо все! Надежда Анатольевна тоже историчка. Сейчас скажет то. Я? Да. Новую одежду. Давай, давай, что-нибудь. Все просим. Просим. А что скажу? Знаете, что я вам скажу, мои друзья? Эта ваша история плохо кончится. Ну, вот как у меня. Выпустилась я и пошла куда работать? Куда? Вот. Училка в школу. Думала, застрелюсь через месяц. Потом через год бросила и пошла на курсы. Так что теперь я знаете кто? Ну? Кто? Доктор, хозяйка. Врач. Я турменеджер по Юго-Восточной Азии. Старший. Вот вы знаете, кто такой Хаммурапи? И я знаю. И что? Так что влипли вы со своим истфаком за вас. А я с Философского. А за тебя особенно. Ура!
Надя, вон Надя, Коля! Вон сейчас Надя! Сейчас сделаем! Стой, подожди! Давай объедем! Давай объедем, подожди! Тормози, куда ты? Коля! Андрюха! Андрюха, ты видел? Да я супергонщик! Андрюха! Видел, Андрюха? Ты иди, спасай ее! А я отремонтирую и вернусь! Беги, беги, Андрюха! Что это? Что это? Что вы делаете? Дядь Слав, может, вы споете лучше? Я знаю. А можно мне рации подарить? Просто мне на Новый год никто ничего не подарил. Берите, конечно. Спасибо. У каждого человека должно же быть что-то хорошее, ну, я считаю. Например, рация. Например, рация. Когда метель кричит, как зверь, протяжно и сердито, не запирай вашу дверь, пусть будет дверь открыта, не запирайте вашу дверь. Это его дача, он нас всегда сюда пускает. Пусть будет дверь открыта, если ляжет дальний путь, нелегкий путь, представьте, дверь не забудь. Слушайте, а вы замужем? Открытый дверь оставьте. А то от него жена ушла, он ей 3 года, как дурак ждет. Дверь не забудьте распахнуть. Открытый дверь оставьте. И уходя в ночной тиши, без долгих слов решайте. Огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Пусть будет теплою стена и мягкою скамейка, дверям закрыты дрожь цена, замку цена копейка. Дверям закрыты грош цена, замку цена копейка. Вот приедем мы в Тбилиси. Что ты скажешь? Скажу: о, Тбилиси. Нет, ну вот выйдет пограничник. Ты должен ему сказать: «Тамарджоба батону». «Батону» — это такое вежливое выражение, понимаешь? «Гамарджоба батону». О, а что надо сказать Андрею Кайгородову, когда мы туда приедем? Папа наш единственный кормилец, кроме него нет никого. Все мы папу очень любим, и я, и 5 братьев моих, и сестер. Хорошо, хорошо. Только не забудь. Андрюша! Андрей! Надя! Надя! Андрюшенька! Ooh.
летние? Я не знаю, я не пробовал. А что, бывают летние и зимние, да? Гражданин, с вами все в порядке? Я спрашиваю, резина у вас летняя или зимняя? А, это зимняя, зимняя. Ну хорошо, всего доброго. И все? Все. До свидания. До свидания. Только осторожней, гололед. Да, да. С Новым годом вас. И вас с Новым годом. С Новым годом. Да, а и это, с Рождеством Христовым. С Рождеством вас тоже. Осторожней. Да, да, да. Надо в розетку включить. Надо не в розетку включить, а батарейки вставить. Готово. Красиво. Так, Дима, сиди тихо. Если папа позовет, выходи. А если увидишь, что папа кричит и бежит вон туда, не выходи. А если папа не вернется? Да. Тогда Грузинский сам будет шутить. Папа вернется. Кто это? Не знаю. Лиза, не шутка. Он за нами пришел, да? Откуда у него папин телефон? Помнишь, это я ему брелок с нерв подарила? Руку. От меня не на шаг. Андрей Михайлович! Золотой! Сейчас не бойся. Я поеду и это папу и маму поищу. Да? А если вдруг твой папа вернется сам, ты скажи, что дядя Гига был. И чемодан привез. Гига? Да, Гига, так меня зовут. Как Гигабайт? Да, как Гигабайт. Митя, иди сюда. Нам конфеты подогнали. Митя! Мить, я с тобой в прятки играть не буду. Митя! Митя! Митик. Андрей Михайлович! Золотой! Пожалуйста! Спасся, спасся ты, Русская! Спасся ты, Русская, наша земля! Да будет навеки веков всегда! Любимая наша, родная Ботинки сними. Зачем? Сядь и сними. Легче. Легче, да. Жизнь за царя.
Опера. Про Ивана Сусанина. Глинка. Тут Глинка, тут Глинка, тут Глинка. Люблю Глинку. А ты любишь? Да. Больно? Да. Есть хочешь? Да. Не. Тут-то с радостью, с весельем запоем, запируем, живем. Послушай это место. Еще раз. Ну вот, почти все готово. Сейчас выпьешь и пойдешь искать жену и детей. Детей? Здесь, слава богу, дома. Откуда вы знаете, что у меня дети? Бренил ты. Во сне говорил. Мне надо идти. Выпьешь и пойдешь. Пей медленно. 100 глотков. Ну, я же сказал, пей медленно. 100 глотков. Понял? Вот. А пока я покажу тебе театр. Ты же хочешь посмотреть театр? Наверное. Сусанин, лошади. Поляки. Поляков маловато. Животных убивать нельзя. Приходится искать почивших естественным путем. Чует правду. Впечатляюсь? Да. Очень необычный театр. Да нет, не театр. Сусанин. Как личность. Ну, мне кажется, он молодец. Все сделал правильно. А ты? Ты все сделал правильно? Нет. А ты сделай. Это не сложно. Сусанин смог, и ты сможешь. Спасибо. Допил? Иди. Андрей Михайлович! Надя! Андрей Михайлович! Надя! Я Надя! Надя! Я здесь! Я здесь! В болоте! Надя! Вытащите меня! Вы кто? Гига! Как гигабайт? Как гигабайт! А это болото? Да. А это Дима! Папа наш единственный кормилец. Дима, рано. Сейчас! Я это, сейчас! Сухомский академический театр оперы и балета. 10 лет. Солист. Надя! Надя! Андрей Михайлович! Андрей Михайлович! Папа наш единственный кормилец. Мы его все очень любим. Вытащи нас, а?
а то я замерзла. А что так тихо? Дети уже спят, что ли? Я прошу тебя, я прошу тебя. Успокойся, успокойся, успокойся. Успокойся, успокойся. Надя, Надя, тише. Это ты виноват, слышишь? Тихо. Я тебя ненавижу, я прошу тебя. Тише, 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 мил, тише. Тише, мил, успокойся, пожалуйста. Пусть посиди в машине, а? Сейчас все будет хорошо. Я сейчас все сделаю. Пожалуйста, посиди в машине. Сейчас все будет, успокойся, мил. Сейчас все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, сюда, давайте, организуемся, бегом сюда. Значит так, нужно охватить весь остров. Сережа, давай сейчас прошустри дорогу. Никита Сергеевич, вы на юг. Делаем. Скалы к Байкалу, ладно? Понял. Все остальные по периметру деревни. Катя, где Катя? Давай, звони туда, в МЧС, спасателям, скорую, милицию. Бегом, Катя! Так, всем по машинам, давайте! Искать везде, включать детальный свет, сигнать, орите! Я с тобой! Нет, нет, Надя, нет. Нет, 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 нет. Прошу нет, тебя, нет, возьми нет, меня, пожалуйста, нет, я прошу Надя, тебя, Надя, нельзя, нельзя, милая, нельзя, нельзя, послушай, нельзя, послушай меня, Надя, милая. Найди их, умоляю. Послушай меня. Найди. Послушай меня. Послушай меня, ты должна остаться здесь, это очень важно. Ты будешь подавать сигнал. Посигналила, пауза, послушала, посигналила, пауза, послушала. Это очень важно. Они выйдут на сигнал. Ты должна остаться здесь. Пожалуйста. Найди их. Поверь. Поверь мне. Все будет хорошо. Найди. Поверь мне. Родная моя, я тебе обещаю. Все будет хорошо.
три, шесть, шесть, три, четыре. А магнитофон-то зачем? Я в свое время, когда здесь на рыбзаводе работал, сигнальную систему хотел разработать. Ну, для кораблей во время шторма. Ну, вроде как, звукового маяка, понимаешь, да? Понимаю. Тогда не получилось. Сегодня, может быть, получится, дай бог. А что не работает-то? Генератор подключим, заработает. Давай, я в машинное отделение, а ты иди на палубу. Разматывай пока, Коля. Давай, давай, давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Подавай, подавай. Разматывай, разматывай. Так. Есть, хорошо. Есть, есть. Давай. Натягивай, натягивай, Коля. Да тяну, тяну давай, я, давай, тяну. Давай, 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 давай. Давай, давай, Коля. А, хорошо. Ничего не надо. Как не надо? А, это аэропорт? Все отменяется. Я не еду. Всего доброго.